Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из беседы святителя Иоанна Златоуста на 41-й псалом. Беседа называется «О псалмопении». Для чего употребляется пение? Бог, видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд, и желая сделать этот труд вожделенным и уничтожить чувство утомления, соединил с пророчествами мелодию, чтобы все, услаждаясь стройностью напева, с великим усердием возносили ему священные песнопения. Ибо ничто, ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет от уст тела, не располагает к любомудрствованию и презирает все житейское, как согласное пение и стройная, составленная божественная песня. Природа наша так услаждается песнями и стройными напевами, и имеет такую к ним склонность, что и грудные дети, когда плачут и бывают неспокойны, усыпляются ими. Кормилицы, нося их на руках, и ходя взад и вперед, напевают им какие-нибудь детские песни, и тем погружают в сон глаза их. Частые путешественники в жаркий полдень, погоняя подъеремных животных, продолжают путь с пением, и этими песнями облегчают тягость путешествия. И не только путешественники, но и земледельцы, выжимая виноградный сок, собирая или очищая виноград, или делая что-нибудь другое, часто также поют. И мореплаватели, работая веслами, делают то же. Даже и женщины, когда придут, испутавшуюся пряжу расправляют гребнем, иногда каждая порознь, а иногда вместе поют какую-нибудь песню. Все же, и женщины, и путешественники, и земледельцы, и мореплаватели делают это для того, чтобы пением облегчить трудность работы, так как душа при звуках стройной песни легче может переносить и скуку, и труд. Поэтому, так как душа наша имеет склонность к этому роду наслаждения, дабы злые духи введением развратных песней не испортили всего, Бог для ограждения от них установил псалмы, от которых бывает и удовольствие, и вместе польза. От мирских песней может произойти вред, погибель и многие другие зол. Ибо все то, что есть в них дурного и безнравственного, проникая в душу, расслабляет ее и развращает. Напротив, духовные песни доставляют великую пользу, великое назидание, великое освящение и служат руководством ко всякому любомудрию, потому что и слова их очищают душу, и Дух Святой скоро нисходит в душу, поющую эту песню. А это действительно поющие их с разумением призывают на себя благодать Духа. О том послушай, что говорит Павел. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Ефесянам 5, 18-19. Что значит в сердцах ваших? То есть разумением, не так, чтобы уста произносили слова, а душа везде блуждала по внешним предметам, но чтобы душа внимала тому, что произносит язык. Как туда, где грязь, бегут свиньи, а где цветы и благоухания, там обитают пчелы, так и туда, где развратные песни, собираются бесы, а где песни духовные, туда нисходит благодать Духа и освещает и уста, и душу. Говоря это не для того, чтобы вы только хвалили меня, но чтобы вы и детей, и жен учили петь такие песни, не только при занятии пряжей и при других работах, но особенно за трапезой. Так как дьявол строит козни большую частью во время пиршеств, при содействии упоения, пресыщения, непристойного смеха и душевного расслабления, то особенно тогда и при трапезе, и после трапезы нужно защищать себя от него оградою псалмов.
и, вставши из-за стола вместе с женой и детьми, воспевать Богу священные песни. Ибо если Павел, имея на себе невыносимые раны, нося на ногах колоду и находясь в темнице в полночь, когда все покоятся особенно сладким сном, вместе с силой воспевали славословие Богу. И ни место, ни время, ни заботы, ни склонность ко сну, ни утомление от таких трудов и ничто другое не принудило его прекратить песнопение. То тем более мы, наслаждаясь благоденствием и дарами Божьими, должны возносить Богу благодарственные песни, чтобы, если от упоения и пресыщения войдет в нашу душу что-нибудь нечистое, псалмопением прогнать все нечистое и порочные пожелания. И как многие из богатых, намочив губку бальзамом, вытирают ею столы, чтобы, если останется от кушания какое-нибудь пятно, стереть его и сделать стол чистым. Так точно будем поступать и мы. Вместо бальзама наполняя уста духовную мелодию, чтобы, если от пресыщения произойдет в душе какая-нибудь нечистота, смыть ее этой мелодию, и, встав вместе, будем восклицать. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91:5. Как к псалмопению пусть присоединяется и молитва, чтобы вместе душою нам осветить и самый дом. Ибо как те, которые приводят на пиршество шутов, плясунов и непотребных женщин, призывая туда бесов и дьявола и наполняют свои дома божественным множеством бесчинств, потому что отсюда происходят ссоры, блуд, прелюбодеяние, множество зол. Так те, которые призывают к себе Давида с псалтырью, через него призывают к себе Христа. А где Христос, туда ни один бес никогда не осмелится не только войти, но и заглянуть. Напротив, мир, любовь и все блага наполняются, польются туда, как из источников. Те обращают дом свой в зрелище, а ты сделай свое жилище церковью. Ибо где псалом молитва, ликование пророков и боголюбезное настроение духа поющих, такое собрание непогрешительно можно назвать церковью. Даже хотя бы ты не разумел силы слов, приучай, по крайней мере, уста произносить их. И язык освящается этими словами, когда они произносятся с усердием. Если мы приобретаем себе такой навык, то уже не по воле, ни по лености никогда не оставим этого прекрасного занятия, потому что навык будет побуждать нас даже по неволе каждый день совершать это прекрасное служение. При таком песнопении будет ли кто стар или молод, или с грубым голосом, или совершенно незнаком стройности пения, в том не будет никакой вины. Здесь требуется целомудренная душа, бодрый ум, сердце сокрушенное, помысл твердый, совесть чистая. Если с этими качествами ты поступишь в святой хор Божий, то можешь стать наряду с самим Давидом. Здесь не нужно ни псалтири, ни натянутых струн, ни смычка, ни искусства и никаких орудий. Но если захочешь, можешь сделать самого себя псалтирью, умертвив члены плотские и настроив свое тело согласно с душою. Когда плоть твоя не будет походствовать на душу, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы, Галатам 5:17. Но будем повиноваться его велениям и приводить их в исполнение на этом прекрасном и дивном пути. Тогда ты составишь духовную мелодию. Здесь не требуется искусство, приобретаемое долговременным упражнением, а нужна только твердая решимость. И мы в самое короткое время приобретаем опытность. Для этого не требуется ни особенное место, ни особенное время, но на всяком месте и во всякое время можно петь мысленно. Ходишь ли ты на торжище, находишься ли в путешествии, сидишь ли в обществе друзей,
Везде можно возбудить душу, можно взывать и молча. Так взывал и Моисей, и Бог услышал. Ремесленник ли ты, сидя в мастерской и занимаясь работой, ты можешь петь? Воин ли ты? Или заседаешь в суде, можешь делать то же самое. Можно петь и без голоса, когда душа внутри издает звуки. Потому что мы поем не для людей, но для Бога, который может слышать сердца и проникать в сокровенную глубину нашей души. Об этом свидетельствует и Павел, когда говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Римлянам 8, 26-27. Так Он говорит не в том смысле, будто Дух воздыхает, но в том, что духовные мужи, обладающие дарованиями Духа, молясь о ближнем и вознося прошение, делают это с сокрушением сердца и с воздыханиями. Так тоже будем делать и мы, и каждый день станем обращаться к Богу с псалмами и молитвами. Аминь.